Тип көрмегендер жабайлар. Как? Вот я Шторм. Ты женщина-кошка. Кухарь и стритфуд. Sometimes I say that I want you back, boy. I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know. За это путешествие, давай. Мы приехали на медицинское обследование, поэтому за здоровье нам пить нельзя. Чё, как вкусно? Вкусно? Да чё это похоже? Апероль шприц. Апероль шприц в натуре, офигеть. Вкусно, да? Это очень... Я не ожидала, что это так вкусно. Да, я говорила. Поэтому я взяла побольше. В общем, сегодня мы празднуем Хэллоуин с Адиной. Вот я Шторм. Ты женщина-кошка. Женщина-кошка. Мяу. И мы идем тусить на Итайон, да? Итайон. Все. Кила, опа, здесь нет. Первый раз Адина ест чуррос. Как? Ну, вкусно, но не прям вау. Ой. Сейчас я буду кушать лухари стритфуд, то есть это лобстер, просто лобстер на стритфуде. Он стоит около $15. Знали, это мажорка? Это лобстер с сыром. Офигеть, кусок. Он капец какой мясистый, я тебе скажу. Главное, чтобы был вкусный. Иди домой. Это очень вкусно. Безумно вкусно. Можно я кусочек попробую? Этот раз Адина тестирует сладкий стритфуд. Это типа креп. Посмотрим. Типа креп. Типа креп. Он даже с хлопьями. Азиатский креп. И чё, как? Рецензия в гостях у Адины. Блинчики у меня в пекарне намного лучше. А без рекламы давай, по факту. Нет, серьезно. Они слишком тонкие просто. И... А из чего тесто? Обычное тесто или как? По-моему, это рисовое. Рисовое, да? Тянется. Можешь попробовать? Тянется. Давай попробуем. На самом деле, один огонит. Вкусный креп. Вкусный креп. Не, ну вкусно. И креп вкусный, и лобстер был вкусным. Так что лобстер был невкусным. Тык курмигендер, жабайлар. Снимаем годиву, блин, будто это, я не знаю, бриллианты какие-то позолоченные, мороженое. Ну что, как вкусно? Очень вкусно. В общем, мы сейчас с Адиной пришли в Lotte Department Store на шопинг. Вот, потому что уже столько дней прошло, мы себе еще ничего не купили. Мы из каждого города стараемся что-то увезти такое, чтобы всегда вспоминать об этом. Вот, не какой-то сувенир, а то, что ты действительно будешь носить и вспоминать об этом городе, вспоминать об этих эмоциях. Вот, зашли, нашли Гоудиву, туда побежали просто как дикие, купили мороженое. Мороженое, да, очень вкусное, и оно еще напоминает те времена, когда Фудмастер вот в рожках был такой очень вкусный, настоящий прям. Вот, и на вкус действительно очень похоже. Вот. Именно сейчас ищем Пандору, чтобы купить шарм с Пандоры, потому что я не могу без этого. Да, я тоже аддиктед. Вот. И тут такие торговые центры, просто нереальные торговые центры. Невероятные. Так. Просто вот
этот, как этот? Майк Вазовский. Ну вот мы приехали в район Гангнам. Это знаменитый район Гангнам. И мы только вышли с метро. И мы только вышли, и уже смотрите, что мы видим. Идем кушать бибимбап. По крайней мере, я попытаюсь его здесь найти. Я именно его хочу поесть. Потому что вчера мы ели рамен, и рамен в Корее безумно вкусный. Вот прям очень вкусный. Даже Дина сказала, что вот само тесто, оно очень вкусное. Да, Дина? Я говорю, тебе рамен понравился вчера? Очень. Мне вообще у нас в Казахстане рамен не нравится нигде. А сейчас мы зашли в корейский и взяли бибимбап и мисо-суп. И самое вкусное, ну, по крайней мере, для меня, это взять бибимбап, наложить его отдельно в тарелочку и залить мисо-супом. И это будет невероятно вкусно. Обязательно так попробуйте. Итак, мы продолжаем свой гастрономический тур по стритфуду Кореи. И сегодня мы едим креветки. 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 Вкусно, безумно вкусно. Это очень вкусно, Дина. Сейчас мне, как всегда, не понравится. Зато тебе больше достанется. Зато мне больше достанется. Ну, в общем-то, мы пришли и закончили сегодняшний день. Я наконец-то купила себе полароидную камеру, о которой я всегда мечтала, но почему-то никогда не покупала. Вот, и сегодня сделали первый снимок. Вот такой вот. Сеул 2017. Фокусируйся. Вот такой вот первый снимок сегодня сделали. Сеул 2017. Правда, фломастер немного смазался, потому что я уронила сразу фотокарточку. Вот. Но мне безумно нравится. И я все-таки нашла шарм для своей Пандоры из Сеула на память. Я взяла вот такой вот четырехлистник клевер и снизу подкова, что символизирует удачу. И это будет напоминать мне всегда о Сеуле. Сегодня у нас практически заключительный день, завтра мы уже улетаем. Сейчас мы приехали в Lotte Mall и будем подниматься на самую высокую смотровую площадку. Затем мы пойдем в океанариум, затем мы пойдем есть Shake and Shack, наконец-то. Вот. И, в принципе, все, будем гулять, наслаждаться Сеулом. Все. Это все. Ну, на самом деле, очень печально. Я Сеул невероятно полюбила, хотя я думала, что Азия не по мне, но именно Южная Корея – это очень-очень-очень классное место, невероятное место. Оно очень красивое, очень технологичное, очень цивилизованное, в отличие от Китая, как я уже говорила. And onto Hwanghwamun Street and the Han River during the early modern times. Not only that, ну вот мы поднялись на самую высокую смотровую площадку Сеула. Это 471 метр над уровнем земли. Вот, и это очень красиво. На самом деле это не страшно, потому что ты прекрасно знаешь, что никуда не провалишься, ведь это гарант качества. Как бы, если бы у нас, конечно, было, я бы не пошла, я бы побоялась этого, мало ли, где косякнули, где сэкономили. Вот. Так что... очень красиво. Однако это довольно-таки страшновато. Я не ожидала, что это будет настолько страшно. Но какой вид невероятный. И крыши домов, зданий действительно все зеленые. Все зеленые. Где-то растут, конечно, деревья, но в основном это водоотталкивающая краска. И самая дешевая оказалась зеленого цвета.